Барвисті квіти з гільси, ляльки, солдатської форми та млин з армійських скринь. В історико-краєзнавчому музеї відкрилась виставка, роботи якої виконані з речей, які належать українським бійцям, що побували в АТО. Вначале мені просто хотілося, знаете, то, ну вот увидел красивый ящичек, думал, ну вот интересно было бы его расписать. Поскольку я до этого занимался выставками, то же я полицейским стал только с 2014 года, до этого я к полиции не имел никакого отношения. Ну, разве что приводы были, это уже там, это другой момент. Вот. Я ветеран АТО, когда я был на ротациях, я все это собирал. Мои товарищи мне это все помогали собирать. Вначале с недоверием относились, но близкие мои друзья, когда стоишь в окопе, ему рассказываешь, вот будет так, вот так, вот у меня такой проект есть. И мне вот Гарик, вот он, собака, говорит, я тебе свою курточку отдам, Гарик, еще хорошая курточка, нет, говорит, ты так интересно рассказываешь, я тебе отдам свою курточку. И он там и курточка, его там куски этого камуфляжа есть на одном из экспонатов. Из гранатомета сделана гитара, и она не декоративная, она принимала участие в нескольких концертах. Написано две песни специально для этой гитары. Вы играть умеете? Нет, не умею.